Выставка «Театральные куклы» открылась в здании Ассоциации инвалидов Республики Крым. Среди экспонатов, как уже знакомые зрителям героя, участвовавшие в представлениях, так и будущие звезды, которым только предстоит выйти на сцену. Ну, это очень интересная и сложная работа. Нужно прочувствовать характер персонажа и выразить его вот в форме куклы. Выставка приурочена ко Дню знаний и 90-летию детского поэта, драматурга и писателя Владимира Орлова. Среди посетителей – взрослые и дети. Был и болит, и помощники Бармалея. Дельфины, корова, хрюшка, ослик и всякие обезьянки там. Удивительные герои спектакля погрузят в поток воспоминаний, детских эмоций. Для кого-то это будет первое знакомство со сказкой, с историей кукол, которую еще только предстоит увидеть. Сказочный уголок позволяет всем желающим окунуться в атмосферу театрального представления. Столь реалистичный образ кукол заставляет задуматься невольно, а не наблюдают ли за тобой. Организаторы говорят, выставка необычная. Артисты, работающие с куклами, дети с ограниченными физическими возможностями. Маленькие артисты с нетерпением ждут предстоящие спектакли. Дети живут этим. Дети вкладывают душу, они проживают вместе с актерами свою жизнь, их жизнь. Ну, не та, которая у них есть, а та, которую они хотели бы, наверное, как они ее видят. На Луне нет дорог, и везде скамейки. Поливают песок из высокой реки. Выставка продлится до 8 сентября. Вход свободный. Марина Соловьева, Арсен Фукала, телеканал «Милет».